Всем привет! Сегодня мы хотели бы семейно показать основные спортивные термины на английском языке, которые мы используем в повседневной жизни. Поехали! So, Max, what are you doing? I'm hanging upside down with no hands. Hanging upside down with no hands. That's easy. And Dima is hanging upside down with no hands. Okay, guys, show what else you can do. Monkey bars, покажи. Значит, это называется monkey bars. На русском это рукоход. На русском, на английском monkey bars. Monkey bars, of course it's monkey bars. So, Dima is doing monkey bars. Very good. Mm-hmm. Если пропускаем одну, we skip one. Yes? Uh-huh. Skip one. Максик покажет backflip. Нет, кувырок назад. Backflip. Это кувырок назад. Backflip. Дима, can you do a backflip for us? Two backflips at the same time. Good job. Сегодня так красиво. Смотри, что я еще... Какие горы классные. Смотри, вообще там снег выпал. Здорово. Очень красиво, но довольно-таки холодно. Так, следующее у нас упражнение — это подъем-переворот. Давай, Максим. На английском это pull over. Pull over a horizontal bar. Подъем-переворот на горизонтальном турнике. Pull over. Pull over. Так, значит, подтягивайтесь. Так, давай, Дима, покажи, как делать чин-ап. Подтягивание, при этом руки стоят вот так. Это чин-ап. Давай, чин-ап. Чин – это подбородок, ап – это вверх. Чин-ап. Дима is doing chin-up. Very well. And Max, can you do a pull-up for us? Okay, do. Yeah, Max is doing a pull-up. Yeah, good job. Now I'm gonna do a chin-up. Okay. Chin-up. Есть. Следующее упражнение у нас будет на полу. Дима покажет, как делать push-ups. Так. Да, это у нас push-ups. Давай, Максик, push-ups. О, на кулачках. Кулачки на английском fists. Max is doing push-ups on his fists. И теперь on his hands. Окей, good job. А, что еще мы можем показать? Jumping jack. What is jumping jack? Это jumping jack. А ну, Дима, jumping jack покажи. Молодцы. Хорошо. Будет делать колесо. Cartwheel. Ну, он еще пока не научился, но колесо на английском будет cartwheel. Покажи, как ты можешь, Максик. Cartwheel. Max is doing a cartwheel. Cartwheel. Я тоже пять. Так, а шпагат как на английском? Splits. Splits. Правильно. Это у нас horizontal splits, да? Поперечный шпагат. А еще есть продольный шпагат. Который я не могу. Да, это forward splits. Максик, а ну-ка, что такое скажи, как на английском удар ногой? Kick. Kick. Покажи. О, kick. А удар рукой? Как это на английском? На английском? Не на японском, а на английском. Будет punch. Punch. И теперь...
Mm-hmm. You can kick or you can punch. А вон еще играют в догонялки Олег с Димой. Игра в догонялки на английском называется tag, T-A-G. They're playing tag. И когда ты кого-то поймал, у нас это было как лов еще назывался, да? Ты лов. А в английском you're it, it, I-T, как бы оно, you're it. И тогда it догоняет. И когда догнал, ты говоришь tag. Итак, сейчас дети покажут, как на английском, скажут сначала, как на английском приседание. Squats. Squats. Okay, let's do some squats. Давайте. One, two, three, four. Squats. Squats. Приседание. Отлично. Теперь-ка, дети, покажите, пожалуйста, нам crunch. Crunches. Crunches. Это вот так вот, да, поднимание головы для накачивания верхнего пресса. Crunches, crunches. А теперь sit-ups. Sit-ups, sit-ups. Доставайте. Это полностью вот так вот тогда нужно вставать, когда качаешь пресс, да, это sit-ups. Поднятие туловища с положения лежа. Вот так вот. Молодцы, спасибо за внимание. Ну, вроде бы мы осветили все важные и основные часто используемые спортивные термины. Дети, спасибо вам большое. Всем помашите ручкой. Пока-пока. Пока-пока.